Тут трасса какая-то международная идет. И одновременно вертолеты летают. Я думаю, вертолеты смотрят еще где горит. Они очень нужны, эти вертолеты такие. Вот пришел тут. А тут братья запись ведут. Счет на руке режут. Вот. Непослушание твое обернется нехорошим делом. Положи на решетку и там режь. Сказал бы хохол непослушный, нет. Рустише швайн, арбетет райн. Это немцы так говорили русским. Русская свинья работает отлично. Чисто. Не уменьшайся, дуби шули. Бульдозерист какой, 66 лет и так работает. Алексей Лаврентьевич.